Анжелику Варум теперь не часто видят на светских мероприятиях. Поклонники предполагают, что певица сейчас не до веселья. Якобы отношения Варум с Леонидом Агутиным трещат по швам, и пара на грани развода. Что неудивительно, если вспомнить скандалы с изменами музыканта. Но теперь, похоже, локти придется кусать Леониду Агутину. В сети появился новый снимок певицы. На нем Анжелика Варум позирует со своим другом, продюсером Борисом Рубиновским. В подписи к снимку мужчина поделился своими эмоциями. «Спасибо тебе, моя дорогая, за прекрасный концерт и за чудесный день, наполненный теплым дружеским общением и прогулкой по заснеженным улицам Иваново. Обожаю тебя!»